Готовы восстановить то, что не возьмутся другие. Это части двигателей горных комбайнов, подземные насосы и другое специфическое оборудование. Его обслуживание доверяют только слесарям по ремонту горно-шахтного оборудования, ремонтно-специализированного управления компании «Алроса», передают коллеги из Мирнинского района. Кулаки, рабочие органы проходческого комбайна стерты до предела. Машина поступила с рудника «Интернациональный». Куски твердой породы сделали свое дело. Зубцы нужно срочно менять. Сам износ кулаков на самих шарошках, это зависит от крепости породы и от интенсивности работы этих комбайнов. В основном где-то подплавляем, поднимаем высоту кулака. Если уже невозможно это все подплавить, значит мы производим замену самого кулака. Такой ремонт не проводит никто. Только слесари участка по ремонту горно-шахтного оборудования могут вернуть агрегат в строй. На это у них уйдет не более 4 дней. Рядом уже разбирают редуктор комбайна. Узел машины с множеством шестеренок и подшипников. Поступил сюда с рудника «Мир». А значит, работы слесарям добавилось еще минимум на полнедели. Ну, в основном шестеренки летят внутри. То шестеренки, то подшипники развалятся. Меняем. Это вот все меняем. На участке всегда есть так называемый оборотный фонд. Это запас узлов, который чаще приходит в ремонт. Как только из подземки поступит очередной агрегат, туда сразу отправят такой же рабочий. Так добыча руды не останавливается ни на минуту. Любой механизм, работающий под землей, рано или поздно оказывается здесь. В цехе по ремонту горно-шахтного оборудования готовы вернуть в строй практически любой специфический узел или агрегат. Например, вот эта металлическая колонна, которая находится за моей спиной, не что иное, как погружной насос РИЦ. Их задействуют для откачки грунтовых вод на руднике «Мир». Не так давно он вышел из строя, и отремонтировать его способны только специалисты этого участка. Как и на других участках РССУ, здесь выполняют заказы не только подразделений «Алросы», но и дочерних предприятий. География обслуживания – весь Мирнинский район. Износ узлов горной техники непрерывен, как и процесс алмазодобычи. А значит, у слесарей этого участка всегда хватает работы. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».